кабачок на зетке. Братишка. Давай, родненький. Давай с тобой зарубимся. Что-то он сбежал. Ой, ты мать моя. Но я решила просто вас улыбнуть. Никаких проблем ни с сугробами, ни с парковками, ни с бордюрами. Это была твоя голова, Женька? Да. Какие сложности в эксплуатации? Вот это первое. Вау! Ой, спойлер поднялся! Твою мать! Да нет, конечно. В 99-м году один мой сосед купил себе такую машину. Мне в ту пору было 20 лет. И я помню, что когда я ходила мимо, я просто не понимала вообще, каким нужно быть счастливым человеком. Что вообще должно произойти в твоей жизни и как ты чувствуешь себя, когда у тебя появляется вот такая тачка. Тогда вы даже не представляете, какое впечатление производил этот автомобиль. Audi просто отожгла. Я смотрела на нее и думала, неужели когда-нибудь в моей жизни настанут времена, когда я смогу купить себе такую тачку. Эти времена настали, я могу купить такую машину себе достаточно давно. Но сейчас, в 38 лет, я понимаю, что, наверное, я не буду этого делать. Не поймите неправильно, она просто офигенная, офигенная. Она заслуживает всяческих похвал. Но это машина эгоиста, а не мамочки с детками. И, кстати, прошу прощения, ребята, за свой вид. Я должна была снимать эту машину в Москве, но она неожиданно переехала в Питер. И я в Питере в командировке. Сами мы не местные. Куда поедем? До Московского, пожалуйста. Дорогу покажешь? И историю расскажу. Давай. Вау! Ничего себе! Пристегнуться, классная, пожалуйста. Тачка. Так, ну что, первое впечатление, когда села в эту машину, оно... Ну, я уже говорила, мне очень нравится этот руль, мне очень удобно сидеть. Она не создает ощущение такого дешманского пластика. Очень как-то все сделано ладненько. Слушай, я заметила, у тебя музыка офигенная, да? Бенгалсон. Ты просто вот это, ради музыки ее и брал, что ли? Ну, в общем, после этой музыки я другую музыку с трудом воспринимаю. Человек пришел в салон Audi для того, чтобы поменять свою старую Q5 на новую Q5. И увидел вот этот желтый автомобиль и решил, что он себе в данном случае не будет ни в чем отказывать. Ибо ребенок его уже вырос, сам он чувствует себя весело и задорно, почему бы нет. Прикольно то, что на эту машину человек вообще не смотрел в первую очередь по деньгам, потому что стоила она по ценнику 3 700 000 рублей. Но в силу того, что Audi TT это не такой уж ходовой товар, ее продали... Внимание, за 2 600 000. Музыка офигенная, имейте в виду. За нее дополнительно пришлось платить? Это или... есть комплектация с повышенной комфортностью. Uh-huh. Бенга Нолофсон, это хай-энд. Полкиловатта. То есть в случае, если ты просто покупаешь обычную машину, не доплачивая за это, Бенга Нолофсон там... Бенга Нолофсон, это большая редкость, я с большим трудом ее нашел. Там 5 машин всего в России в поставке. Это то, как она рулится.
с полным приводом ты вылезаешь даже из снега, и в Москве, в принципе, в больших городах нормально себя чувствуешь. Абсолютно не испытываю никаких проблем. Ни с сугробами, ни с парковками, ни с бордюрами. Это была твоя голова, Женька? Да. Нормально там это? Дырочки нету в ней? Главное не ездить сзади. Под капотом, по меркам спорткара, есть, конечно, ТТС в честь спорткара, не такой уж и мощный агрегат. Здесь стоит один из базовых моторов, двухлитровый, 230 лошадиных сил. И человек это полностью устроило. Он не особо и гонщик. Какие сложности в эксплуатации? Вот это первое. Быть внимательным пассажиром. Датчик дворников не очень хорошо срабатывает, когда идет снег. Пожалуй, это, наверное, единственное нарекание, которое есть. Ну и посадка-высадка, надо немножко привыкать. Я заметила, что очень низкий проем. То есть я знала, что я сажусь в низкую машину, была внимательна. Но если забыться, мне кажется, очень здорово приложишься башкой. Бывало? Бывало. Бывало. Особенно на выходе. Желтенькая, такая клевая, такая симпатичная, подумал человек. А почему бы не приколоться и не сделать ее вообще такси? Получить таксишные номера в цвет подходит. Опять же, в Москве, где жил человек, по автобусным полосам можно ездить. И так на дверях появились шашечки. Чувачок на зетке. Братишка. Давай, родненький. Давай с тобой зарубимся. Что-то он сбежал. По расходу топлива сколько у тебя обычно? В зависимости от езды в среднем где-то 15-13 литров. Блин, и что под компотом у нас такой колхоз, а? Некрасивенько как-то. TFSI не люблю. Ну, честно говоря, сейчас особых вариантов-то у Audi нету. Миллионники пока ушли в прошлое. Слушай, что с DSG? DSG работает замечательно. Вот по моему ощущению вообще великолепно работает именно. Ты что-нибудь читал здесь про надежность? Насколько долго вообще она живет? Бывали у людей трудности, но в целом эта коробка используется на очень большой серии машин. Так что это уже там, я даже не знаю, какое поколение. Я думаю, что большую часть косяков они уже поправили. Самое важное для меня. Эту машину я бы брала только новой и только на гарантии. И только время гарантии ее бы эксплуатировала. Агрегаты TFSI. Различные вариации S-троников, пусть даже мокрые, мне не внушают доверия. После 120 поднимается спойлер. И как дети просто смотрели. Вау! Ой, спойлер поднялся! Вы автовладелец? Часто платите за бензин и обслуживание? Банк Открытие знает, как делать это выгоднее. Автокарта с кэшбэком до 5% за оплату АЗС, ТО и автомойки. И до 6% годовых на остаток по счету. Особенностью этой карты является то, что кэшбэк вы получите с любой заправки. Уже хотите? Получить ее очень просто. Зайдите на сайт, оформите анкету за 5 минут и получите карту в любом удобном для вас месте. Сотрудники банка доставят ее абсолютно бесплатно. Нравится? Тогда оформляйте карту прямо сейчас и начинайте тратить деньги на свой автомобиль разумно. По ссылке в описании. Красиво навалить с прекрасным держаком у нас также позволяет Quattro, полный привод от Audi, который славится тем, что он очень хорош. Также эти машины бывают и переднеприводными. Заметьте, не задние, а именно переднеприводными. И, как известно, дьявол кроется в деталях. А здесь есть вот такие вот красивейшие штучки, просто великолепные. На нее смотришь и вот начинаешь задумываться. А может, я еще не так стара для этой машины? А потом смотришь на себя в зеркало и думаешь, нет, Леночка, и стара, и статус уже не тот. Успокойся. Слушай, как она держит дорогу. Вот это просто идеально. Я, к сожалению, ТТ переднеприводную не пробовала, но, судя по другим переднеприводным машинам, я вообще не ожидала, что это настолько круто будет держать дорогу в повороте. Просто вот вообще рельсы. Кстати, для тех, кто реально рассматривает эту машину к покупке, вот эти вот диски прошли зимнюю эксплуатацию, просто на них стояла зимняя резина. И человек говорит, что с дорожным просветом Audi, по крайней мере, в Москве вполне нормально ездил. Резина у нас какая? 19-я, 245/35. По шумке скажи, что здесь? Мы сейчас вот в таких идеальных условиях. Дорожка, красота, вообще никаких машин, ничего вокруг. Вот. Что ты чувствуешь? Насколько она шумна? Насколько вообще тебе в городе комфортно?
она гораздо тише, чем Q5. Плюс к этому наличие большой и качественной звуковой системы решает этот вопрос. Нету шумопокрытия. Ну, я не ездил на шипах. Не очень их люблю. Поэтому в целом. У тебя липучка зимой, да? Да, липучка. И в общем, да. Достаточно тихая машина. Слушай, насколько я помню, в самом первом поколении была проблема, что ТТшки, из-за того, что они коротыши, очень здорово переворачивались. Да, здесь, я так понимаю, что она уже решена, причем, я не помню, в этом или в предыдущем поколении. Да, была такая проблема. Переработали конструкцию днища и аэродинамику. То есть добавили спойлер, который выдвигается, и проблему решили, насколько я знаю, сразу после первого поколения. Для спорткупе, кстати, и в защиту повседневной эксплуатации, а эта машина ездит и зимой, тоже является единственной в семье, здесь достаточно большой багажник, мы привыкли к тому, что его, собственно, практически нету. А здесь еще и можно сиденье, вот это вот условное ничто сзади, можно сложить, и вообще холодильник, стиральная машинка, 5 мешков картофеля. Чего ты на меня так смотришь? Да я тебе говорю, посмотри. Внутри, ребята, если знать, как обычно выглядят автомобили Audi, то и этот автомобиль — это сама необычность. Во-первых, мы привыкли к тому, что стоит ММАевский экран. Здесь его нет. И здесь управление различными функциями автомобиля прямо в дефлекторах, в серединке. Смотрите, изначально даже не догадаешься, если не знать. Это просто супер руль. Это просто вот тот руль, который бы я хотел сейчас забрать и унести с собой. Слушай, а может, спросим у хозяина? Сиденье прекрасное, очень удобное. Даже с маленькой тушкой проваливаешься туда и тык-тык, никуда не денешься. Ковши прям такие. Удивилась, что в такой машине, достаточно дорогой, в хорошей комплектации, удлинитель подушки выдвигается рукой. Рукой. Тут пластиковая такая штучка. Но даже в RS7 за почти 10 миллионов это тоже делалось рукой. Твою мать. Для людей, которые умеют читать, вот здесь прямо на двери написано, что максимальный рост человека, который может сидеть сзади, 1 метр 45 сантиметров. Так что гномики, welcome! По комплектации чего бы ты добавил, чего не хватает? Ну, я бы, может, добавил круиз-контроль. А камеру? Вот та первая ТТ, помните, такая кругленькая, сейчас стоит буквально от 300 тысяч рублей, какие-то копеечки. Но по опыту моих знакомых, дальше, скорее всего, придется вложить больше, чем эта стоимость. ТТ второго поколения – это уже как минимум 600. Вложения и там будут немалы, берегитесь. Так что, если хочется выглядеть круто и не вкладывать, это, конечно, как раз вот та машинка, о которой мы сегодня рассказываем. Ну и все самые актуальные цены по ссылке в описании на автору. Питерский дождик нам намекает, что пора москвичам валить домой в Москву и заканчивать эту съемку. К сожалению, с этой машиной я бы с удовольствием еще пару часиков провела. Друзья мои, основной вывод. И эта машина не для тех, кто ценит прямо спорт, спорт, спорт. Вам не хватит в таком случае ни мощи вот с таким вот мотором, вам не хватит жесткости подвески, вы будете хотеть более жесткой управляемости, может быть, точной. Хотя именно полноприводная ТТ очень хорошо рулится. Ушел целый ряд проблем прошлых поколений. И в общем и целом, этот автомобиль для человека, который любит, ну, просто наслаждаться жизнью, чтобы на него обращали внимание.